Очень впечатляет меня в парке вот это дерево. Посмотрите, какое оно раскидистое. Огромные ветки. Оно очень высокое. Честно говоря, не знаю, как это дерево называется. Оно очень огромное. Весной, наверное, можно будет определить по листикам, что это за дерево. Может быть, вы мне в комментариях подскажете. Я не знаю его возраст. В радиусе ствол этого дерева, наверное, метр, 1,20 м, может быть. Может, ему 200 лет. В комментариях, может быть, вы мне напишите, сколько может быть дерево, если оно имеет такой обхват. Ой, наверное, оно 1,5 м даже. Огромное просто. Здесь такой мох красивый. Можно сделать вывод, что парк очень старый. Здесь очень много таких деревьев. Ну, конечно же, елочки. Подписывайтесь на мой канал. Будем с вами вместе смотреть парки разных городов и стран.